Завис в воздухе. Пользователи интернета активно обсуждают левитирующего воробья. Просматривая запись с камеры видеонаблюдения, американец Эль Брукс не поверил своим глазам. Дело в том, что пролетавшая мимо птица застыла перед объективом на пару секунд, как могло показаться, даже не взмахивая крыльями. Оказалось, все дело в стробоскопическом эффекте. Частота взмахов крыльями совпадает с частотой кадров камеры. Из-за такой синхронизации обычно и складывается ощущение левитации. Подобную иллюзию можно наблюдать при видеосъемке лопасти вертолета или самолета. За 3 дня ролик набрал 1,5 миллиона просмотров.